Всем привет, всем новогоднего настроения. У нас мы продолжаем сходить с ума. Так, идем вот сюда вот. Здесь у нас ягоды. Дальше у нас идут... То есть, ну, короче, добиваем сейчас возможности выжить. Главное дойти. Вот сейчас вот до сюда дойдем. Здесь оберем, попробуем собрать ягоды. И потом пойдем добывать... цветочки. Я не знаю, есть там цветочки, нет, но я надеюсь на это, потому что просто сейчас самое тяжелое время. Наступили эти тяжелые времена, наконец. Так. Наступают, так сказать, тяжелые времена. И хочется видеть, что... Ой, я с собой не взял сундук. Черт. Ну ладно, он мне не нужен. По крайней мере, я в броне. Намного лучше. Так, подожди. Вот тут, да, ягодки? Ой, мне все хуже и хуже. Мне все хуже и хуже. Но хуже не становится, короче, стабильно так плохо. Стабильно плохо мне, вот как. Кстати, надо подготовиться к ночи, скажу я вам. Я думаю, это будет... О, опять, вот цветочки пошли. Мы дошли. Горело это все опять. Это все от меня зависит. Так, подожди. Ну тут внизу будем собирать цветочки. Я думаю, тут еще много. Цветочки, цветочки, вы где? Ягодки, цветочки, ягодки, цветочки, ягодки, цветочки. Ягодки, цветочки. Мораль всей басни такова. Она ведет все больше и больше. Так, вот тут сейчас дерево одно. Там немножко будет она тяжелая. Здесь не очень. Мораль растет, смотрите. Ой, опять идет. Черт, их двое. Пошли-ка отсюда, нафиг. Что-то мне здесь тоже не прикольно. Давай внизу сходим. Блин, все мои свинки остались где-то там. Так. И в итоге, в результате не получилось. О, похоже, мою свинку зарубили. Что? Интересно. Да иди ты отсюда. Вау, они всех моих свинок порубили. Эти твари. Да, я вижу. Это все ужасно. Все становится ужасно. Так, что можно выбросить? Пока вот этот кораблик выброшу. Собираю. Да что ты, блин, отстань от меня, отстань. О, теперь я могу сделать себе костер. Отлично. До утра. Даже до утра. Свиней всех моих уничтожил. Вот гады, а. Ну, по крайней мере, я мясо смогу собрать. Так, а цветочков понадобилось буквально, ну, штук, я не знаю, штук 5, да? И мораль моя стала намного лучше. А почему, как бы... Почему все так плохо? Пошли пройдем через мясо. Вон они. Точки мяса. Да что ж ты, блин? Зараза. Зараза, зараза. Мясо, мясо, мясо. Куда мясо можно вообще? Так, ладно, пепел пока выбрасываю, да? Мне нужно много мяса, я хочу есть. Так, все, ночь. Наступила ночь. Ночь пришла. А вот здесь зафигачим. Чтобы нам было светло и уютно. Ночка, чтобы была не такой страшной. Блин, я свиней всех потерял. Скольких друзей, так сказать. 4 свинки, но, по крайней мере, я зато вышел. О, полнолуние сегодня. Ребятки, сегодня полнолуние. Сегодня страшное время настало. Полнолуние сегодня. А чё, цветочки можно их поднять как-то? Не могу я их поднять, к сожалению.
цветочки, 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 цветочки. Шляпу надо. Без шляпы я не очень. Так, а как сделать шляпу? Я, на самом деле, я не помню. Где же он, футбольный шлем? Вот. Ага, свиную, шкуру свиньи. Короче, нужно домик один разрушить. Я думаю, что я сейчас разрушу этот домик, вернусь когда домой. По одной простой причине, потому что очень много свиней сейчас потерялось. Так, вот сюда вот надо сходить. Вот тут вот у нас много должно быть еды. Кстати, я же могу приготовить пищу. Пока не наступило утро. Мы выжили пока. Пока мы выживаем, ребятки. Есть свои преимущества, есть свои радости. А я могу поджечь вот эту вот? Нет, не могу. Ладно, хрен с тобой. Не могу, не могу. Так, где-то я не там хожу. Мораль моя еще пока тяжела. Вон, я вижу. Кушай, кушай, дружок, кушай, подружка. Вон он, опять появился. Он... Короче, он зимой куда-то ушел. Вы видели? Он, его зимой здесь не было. Почему-то. Он был где-то в других краях. Не знаю, где он был. Кушай, кушай. Дружка, подружка. Так, пошли ближе к дому. Там, блин, там нету. Самое главное, что у нас там нету. У нас там нету. У нас там нету. У нас там нету. Цветочков у нас там нету. Может, все-таки где-то в тех краях появились цветы, да, вот? Ну, допустим, ну, я не знаю, ну, где? Можно их вот тут вот искать, да? А я здесь не пройду? Вот только посюда, да? Давай так, попробуем пройти. Ой, все ужасно. Не будем печалиться раньше времени. Будет лето, и у нас пройдет депрессия. Все будет хорошо. Я просто в это верю, верю, верю. Мы с вами выиграем. О, ну ладно, гладик опять. Он приедет. Так, я пошел не туда немножко. Одноглазик, одноглазик, одноглазик. Да, мне от него не убежать будет, да? Мне сказали, что яйцо, когда я заберу, он будет за мной бегать до тех пор, пока... Он меня гонит. Какую-то даль. Пока он не исчезнет, пока не уйдет от меня, пока не догонит. Мораль моя опять же тяжелая. Такое, почему, блин, цветы не могу найти? На кладбище должны быть цветы, а? Вам не кажется? На кладбище всегда есть цветы. О, господи. Вот здесь. Здесь я не был ни разу. Вот оно место, где есть цветы. Хрен там, ничего тут нету. Ни единого цветочка. Я до сих пор хожу с ума, но уже как бы поменьше. Он мне становится лучше. Кроме цветов, что же может мне помочь от моей морали, а? Может, вы мне подскажете, если я успею, если я выживу. Я прочитаю, конечно же, ваш комментарий. Мне очень это интересно. Знать все-таки, что могло бы мне помочь в моей морали от схождения с ума, кроме цветов. Или ничего больше нет такого. Ничего больше такого нету. Могу бы помочь. Сохранение мира. Ну, пока я выживаю, ребятки, смотрите. Пока у меня все получается. Ну, не очень, конечно, но получается. Мы продолжаем здесь жить. Конечно, мало хорошего я вижу. Мораль я не вижу никакой. Может быть, нужно кому-то помогать, чтобы иметь возможность мораль свою улучшать. Я хотел бы верить в это, что нужно кому-то помочь, тогда моя мораль улучшится. Мясо, 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 у меня много мяса. Ой. Я это не специально. Пошли домой, короче. Что делать? Нету тут. Дождем, переживем этот день дома. А завтра
Пойдем, ну я не знаю. Ну вот, вот сюда вот сходим, да, вот тут цветочков должно быть много. Да, вот сюда вот сходим. Обязательно сюда пойдем. Тут тем более мир еще не исследован. Не знаю, успею я исследовать этот мир или нет. Что мне из этого выйдет? Исследование мира. Черт, без дополнительных приспособ с собой. Все очень круто. Важнецкое у меня. Все забыл где-то. Ну, понятно, все забыл, потому что умер 10 раз. Это последняя, наверное, моя жизнь, потому что все порталы, по-моему, уже разрушены. Теперь шансы у меня просто катастрофически. Мне надо сделать еще одно копье. Не забыть, надо делать копье и сделать еще один шлем. Вот это будет важно. До того, как появятся опять те ужасные существа, которые называются собаками. Их набежит столько много, у меня жизни очень мало. Знаешь, могу я успеть выжить в этом мире. До того, как случится это ужасное событие, когда они опять придут. Так, для этого нам нужны будут камни. Ну, сейчас посмотрим. Короче, в течение ночи я попробую сейчас повыживать. И, то есть, буду сидеть и не жужжать. И посмотрю. Наверное, нужна веревка. Наверное, нужна будет веревка. Опять морали становится хуже. К ночи. Вот проблема. Улучшение настроение. Но я уже начал привыкать к такому состоянию, охренеть фиговому. Во, и тут вот надо немножко поработать с собой. Ай, ай. Давай. О, сейчас пойдет все вверх. Я верю в это. Пойдет вверх. У меня морковка выросла. Клетки я так до сих пор не сделал. А стоило бы. Так, мясо, мясо, мясо. А если мясо приготовлю? Блин, мне проблема. Проблема в том, что... блин, мне не хватает этого самого мяса. Так, а где у меня сундук? Черт. Я его потерял? Потерял навсегда? Мне нужно сделать новый сундук? Блин, похоже, да. Там только вещей было. А, нет, вот он. Отлично. У меня есть вот появилось дополнительный приспособ. Все классно, все отлично. Ловушка для птиц, да. То, что я и хотел. Давай, 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 птичка, лови, птичка. Надо туда подложить что-нибудь. Да, вот это. Приманить. Приманить. Посадить. Посадить. Все хорошо. И давай сейчас сделаем, попробуем сделать себе оружие. Каким образом я это делаю, не знаю. Оружие, хорошее оружие. Для этого нужна веревка и нужны ветки. А ветки я потерял где-то. Где у меня все ветки? Ё-моё. Какие ветки я вышел использую? Ладно, давайте сделаем веревочку. Ой, так стало темно. Ну и смотрите, все меньше и меньше. Она стала вообще очень маленькая, эта ночка. Давай вот это возьмем с собой. Да, деревянную броню. Нет, лучше вот это. Нет, лучше обе. Нет, лучше вот это. Эй, ты что, поджигаешь? Зачем? Подружка, зачем ты поджигаешь это все? Что ждешь, что нахрен слезет? Сейбл. Сейбл пригодится, наверное, на лучше. Так, пошли веток нарубим, и чтобы сделать себе нормальное копье, уже достойное меня, и пойдем как бы заодно еще и... кстати, я могу же это копье сделать в любом месте, потому что у меня оно доступно, да? Ладно, хорошо, тогда пойдем успевать. Черт, стрёмно-то, а? Стрёмно-то как? Шапку надо. Еще. Шапки у меня здесь нету. О, кто-то нашел. Отлично. Пошли. Пошли в далекие страны. Мне нужно сходить вот сюда, вот, да? В далекие страны, чтобы найти веточки. Веточки, веточки. Я хочу себе сделать нормальное
О. Мораль. Хоть что-нибудь помогало бы мне создать мою мораль. Вот, наверное, сделаем сейчас. Да. Отлично. Просто супер. Супер гуд. Али супер гуд. Так, мы идем добывать ресурсы. Такие как морально устойчивый. Иди сюда. Дай мне эту штуку. Черт. Семечку не дал. Гадина. Не дал семечку мне. Ой, черт, не семечку. Вот теперь семечки появляются стали. Это классно. Наступило лето. Наступило лето. Мое лето. Это маленькая жизнь. Только собаки не надо мне. Только собаки не приходите. Рано еще. Я еще не готов к вам. Я еще к вам не готов. Кстати, тут еще и ягодки можно пособирать с этой части. Здесь пособираем цветочки, а туда пойдем за ягодами. Ладно, пойдем сначала собираем цветочки. Цветочки. Камни пока не нужны. Вон они. Я нашел цветочки. И тут тоже цветочки. Отлично. Мораль. Мораль повышается, и повышается здоровье благодаря цветочкам, это очень хорошо, мне это очень нравится. Здоровье нужно побольше. Так, вот где-то там внизу должны быть цветочки, много. Ну, не знаю, получится, нет. Так, я могу сделать костер, могу пережить его здесь, если что. Вот здесь цветочков должно быть много. О, топорик нашел. Смотри, круче мой. Моего? Нет, плохой. Плохой. Смотрите, у меня мораль восстановилась. Стоило дожить до лета. Да. Удача. Нам повезло. А потом сходим еще вот сюда вот за ягодами. А, тут еще ягоды есть. Ну пойдем, короче, еще прогуляемся. Бабушки же нельзя тут летать, да, наверное? О! Счастливчик я. А, давайте сделаем себе шляпу из лепестков, будет классно. Не, атаковать не хочу. О, сколько цветов, ё-моё, сколько тут еще и пчел. Просто тьма. Забирай все у них, забирай. Ха-ха, нечем на лепестках. Не надо атаковать их. Все, я собрал нужное количество. Мораль моя стала лучше. Но я не знаю, стоит ли делать или все-таки съесть их. А самому сделать нормальную такую шляпу, с помощью которой я буду защищаться. Так, где я? Я пошел сам вниз. Там цветов много. Потому что у меня все равно здоровье должно быть восстановлено потихоньку. Ну, оно как бы не очень будет восстанавливаться. Вот здесь я еще не был. Давай посмотрим, где же мы так ходим. Класс! Я выжил. Опять выжил. У меня все получилось. Лишь бы сейчас все было... Хорошо, давайте посмотрим, может быть что-нибудь еще найдем такое. Супер. О, колечко я нашел. Морковка. Так, камень. Ну, камней у меня много, так что я пока не буду ими пользоваться. Давай, может, похаваем в нормальном таком хорошем состоянии. Так, где что у нас? Моральный принцип таков. Так, здесь цветов нет, да? Здесь опять какой-то у нас лес. Так, ну пойдем вот сюда вот сходим, что ли. Так, мне некуда ложить доски, да? То есть, если я буду рубить, будет все ужасно. Будет все ужасно.
она сблизится. Но она еще не так близко, конечно, к счастью. И она очень маленькая, эта ночь. Блин, тут, похоже, все. Предел. Мы дошли опять до предела. Ё-моё, вот сюда вот надо сходить. Ну, ночью мы сюда не пойдем. Просто давайте посмотрим, что у нас здесь. Цветочки. Нормально все. Все, мораль-то падает. Хотя и вечер. Ничего страшного. Как много цветочков у нас. Вечереет, вечереет. А я могу поджечь вот это вот? Подожди, давай попробуем поджечь вот эти вот. Во! Во, прикольно. Во! Классно. Пил пепел. О, я пожарил курицу. И пепел на них собирал. Класс. А смотрите, а я не знал, что вот из этих вот злых цветов можно делать пепел. Пожаренный кусок мяса, да? Ой, мораль моя укусилась. Ладно, давайте сделаем здесь костер. Кастрик. Деревья, может быть. Вот здесь вот. Вот тут вот. Ты, ты не будешь меня, это самое, уничтожать? Класс. Так, ну что, давайте сделаем шляпу. По-моему, можно. Отлично, отлично. Еще и здоровье себе пополню. Можно больше. Ой, печереет. Становится холодно и темно. Так, подожди, где мне? Интересно, а из вот этого же пепла я же могу сделать очень много мазей. Мазь. Нужно найти камни и нужно найти паучьи железы. У меня их, по-моему, много должно быть. Так что проблем с этим не будет. Давай-ка мясо пожарим. Кстати, вот это мясо любит этот свин. Ну, золото мне не надо сейчас. Вот я скажу вам. Золото мне не особо как надо. Ох-ох-ох, мне дожить надо, дожить надо. Жизни очень мало, 60 всего, если собаки налетят целой кучей, нам будет опять будет все очень плохо. Так, пошли, сейчас пойдем вот сюда вот. Вот сюда пойдем, скорее бы утро, скорее бы утро. Давай морковку еще пожарим. Если что, хавка у нас была. Слишком ценно, чтобы сжечь, говорит. Интересно, а что с ним можно сделать с этим кольцом? Положим его сюда. О, ягодки пошли. Ягодки, цветочки. Черт, цветочки. Да что ты? Бросай уже. О, опять червоточин. Иглу. Нет, это не червоточин, это иглу. А иглу... случайно я здесь не был. Ну давайте пойдем туда сходим. На самом деле, если смотреть по миру, в общем-то, по-моему, я бы дошел до предела. Вот в этой стороне я только не был. Вот сюда вот нам будет сходить. В черный страшный мир. Ну как бы сюда, чтобы идти, нужно иметь очень много мужества. Скажу я вам, очень много мужества надо иметь, чтобы сходить туда. Так, паучки. Паучки, наконец-то эти паучки, которых я не видел уже 200 тысяч лет. Ой, как их много. Они тут как-то не очень такие страшные. О, похоже, я дошел до самого края. Вау, а это что такое? А, ну это же опять же... Это же портал. Это же портал, мы же его помним, да? Мы туда не пойдем. Пока я не готов. Я не хочу идти в портал. Ребятки, я не хочу идти в портал.
не знаю, как вы, а я идти в портал пока не хочу. Давайте доживем до какого-то, ну, более значительного числа. Похоже, это все, это конец мира. То есть мир не очень большой, не очень маленький, такой средненький мир. Надо себе мази много наделать. Кстати, нужно наделать мази, чтобы здоровье-то восстановить. Точно, что я забыл? Я же уничтожил эти все лепестки, надо идти домой. О, свин. Свин, ты здесь живешь? Кстати, как мази-то делать? Сейчас, секунду. А мази, мне не хватает камней, не хватает желез. Желез не хватает. Потом бьется. Они его убьют. Давай поможем. О, отлично. Блин, пока некуда бросать. Черт. Еще надо железо. Железо. Оп. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Сам внизу. Осветим пределы мира. Что, неужели нету предела мира? Вау, а мир-то продолжается, смотрите. Он все дальше и дальше уносит меня. Все дальше и дальше. Может, что-нибудь еще особенное будет? Так, что у нас? Костер я смогу сделать? Да. Без проблем. Здесь у нас все, предел мира. Предел мира. С этой стороны пойдем вниз. Ой, какой огуленок, на самом деле. Цветочки. Я гуляю. Я много гуляю. Могилы копать не будем. Неудобно копать. Так. Цветы можно. Ну ладно, не буду я цветы найти. Грибы жарить, потому что мораль все равно будет ухудшаться, по-моему. Да, получится так. Сколько я могу быть прав, не знаю. Все. Короче, я осветил весь край мира, осталось ходить вот сюда вот проверить, и все, и весь мир нам будет уже известен, да, то есть мы полностью этот мир обошли. Ну, может быть, сейчас вот еще пройдусь вот здесь вот, и потом пойду сюда. Свин, ты как тут живешь? У тебя тут вообще все. Давай мазь сделаем. Давай, одного. Замок. Мы сделали это. Паутина. Короче, сейчас я могу сделать мазь, да? Нет? Опять не могу. Не хватает камней. Пошли искать камни. Время собирать камни. Похоже, да. Где найти эти камни? Здесь камней нету. Я хочу сделать мазь. Мазь. Ой, как все удачно. Как все удачно пока. Лишь бы собаки не пришли не вовремя. Так, тут камней нету. А еще. Что? Так что у нас сегодня все хорошо. Смотрите, я научился выживать, правда, не будем торопиться с выводами по одной простой причине, потому что я все еще не дожил до седин. Для своих седин не дожил. Так, а вот камень где-то туда. Это камень же? А, нет, это иглу. Камень в другой стороне. Ну, можно сходить, попробовать дойти до камня. Хотя я не успею. Не успеваю я до камня. Ну, вот до сюда можно успеть дойти. До вечера еще, как бы, еще время есть, чтобы сделать себе. Так, вот он, да, внизу. Попробовать. Кирка у меня есть. Сейчас сделаем прямо тут. Вот тут вот прямо. Сделаем себе кострище, да? И разрубим эту штуку. Мне нужен камень. Да, камень. Черт, не то положил. Эх, что же сделать-то? Ну давай вот так вот. Пока. Да что ты не то берешь?
добавим топливо. Все. Вот теперь у нас будет мазь. Мазь-то мы ее съедим. О, да. Блин, еще бы пару мазей, и я буду самым счастливым человеком в мире. Пару мазей и все. Так, где у меня топор? Топор-то скоро испортится. Вот проблема. Проблема. Все, сломал топор. Давай сделаем новый. Отлично. Так. Пошли, короче, нам нужно еще много камней и паучье железо. Это мы все возьмем дома. Я думаю, что самое главное сейчас дойти до дома, там сделать мази дополнительных и идти уже в новое измерение. То есть смотреть тут вот эти вот новые вот болота можно сходить. А тут погулять. Короче, у нас есть где гулять. Сегодня я сделаю еще, надеюсь, успею мази. И на этом, наверное, будем заканчивать. Так, ягодки. Давай-ка пожарим. Моральный дух. О, морковка есть. Все отлично. И здоровье повышается. Блин, мне становится так приятно, так приятно, так хорошо. Вечереет. Вечереет, ребят, вечереет. А мы тут немного. Паркет будем уничтожать. Ой, доски. Ночь не такая большая, потому что сейчас идет лето. Все очень супер. Все очень хорошо. Ну как же все-таки. Может быть какой-то сачок можно было сделать? Ну нет, нельзя никакого сачка сделать. Сейчас остается только просто выживать. Даже метр у меня есть. Замол... Короче, все эти приспособы я сделал. Так, здесь можно было бы сделать шлем, но для этого нужно. Давайте попробуем. Ах, веревки не хватает. Немножко не хватает на веревочку. Давайте забираем тогда травы. Травы, травы, травы. Нужно делать травы. Нужно делать травы. Нужно делать травы. Давай, давай, давай. Все, все. Травы добыть. Так, трава у нас где-то здесь находится. Ладно, пошли домой. Мы идем домой. Мне нравится идти домой. Мне нравится быть живым. Почти самый живой. О, смотри, я что нашел. Я нашел золотую деревья. Это лесоруб, этот неудачник. Лесоруб-неудачник тут оказался. Вот она травка. Кстати, на возле дома, там ближе, много травы. Так что не стоит и думать об этом. Так, тут там не есть. Так. Я уже недалеко от дома, ребята. Мне уже хорошо. Ну вот, а вы боялись, что мы не выживем. На самом деле я и с ума перестал сходить. Состояние мое стало лучше. Мне вообще классно. Я горжусь собой. Да? 46-й день. Сейчас дойдем, короче, доживем до того времени, когда у нас будет захоронение. На этом, наверное, сегодня закончим. Самое главное, что мы начали уже немножко сейчас выживать. Все, я пошел, почти дошел до дома. Мы выжили опять. Сейчас дождаться собак, но для этого нам нужно... В принципе, у нас все есть для того, чтобы выжить. Сейчас у нас есть копье нормальное. У нас есть нормальная броня. И сейчас я еще сделаю самое главное, что я сейчас сделаю, если успею. Так, у нас где-то должно быть. Желез нету, да? Все железы кончились. Ёлки-палки. И птицы не летят. Какого хрена? Как мне не повезло там. А интересно, нет, семена, по-моему, нельзя. Или можно? Давайте попробуем. Попробуем. А, приготовить. Это нельзя сюда положить. К сожалению, нельзя. Ну ладно. Железо, железо получи. Проблема. Нет, железо получит.
Тогда давайте. Вот мой недостаток, то, что я все свои ягоды тут сжег. Вот это вот было вообще офигительно. Короче, не смог я найти здесь паучьи железы. Так что придется идти, наверное, в следующий раз так. Но я думаю, что мы пойдем именно так, таким простым образом. Вот где? Вот сюда вот. У нас осталось немножко исследовать этот мир. Потом нам нужно будет сходить вот в эту червоточинку. Вот сюда вот сходить. Нам нужно будет обязательно... Портал здесь. Войти сюда и сюда вот зайти. То есть потусторонний мир нам нужно посетить, тоже посмотреть, что там есть в нем. Я жду все-таки, что тогда такие у меня появится. Птички, птички невелички. Все, сохраняемся. Ну ладно, давайте сегодня прощаемся. У нас все получается, у нас все просто супер. Мы сейчас живы, живее, живых. И все будет просто замечательно. О, давайте его посадим сюда. Лучше бы не ворону, конечно, посадить. А кого-нибудь получше, да, попугая. Но тем не менее будем так. До новых встреч, пока.